Здравствуйте. Жалоб нет на здоровье? Все в порядке. Ну, поехали! По профессии я моряк, носил форму, планировал путешествовать. Мама была домохозяйкой, ну, отец старой закалки, он всегда работал на максимум. К сожалению, сердце не выдержало, он нас покинул. Мне нужно было содержать маму, пошел работать на автобусе. За баранкой 13 лет. Родился в Гатчине. Красивый город. Тихий, спокойный, родной. Тут очень красивый, хороший город. Столица Ленинградской области. Чистый, зеленый. Транспортная схема плохо налажена. Я вот здесь живу, на аэродроме. Много друзей в общем ездит постоянно. Но это всегда приятно, возить кого-то из знакомых. Конечная остановка, станция ТРК «Кубус». Всего доброго!